Якщо ви хочете, щоб спільне життя з коханою людиною пройшло в повній згоді, довірі і гармонії, тоді розписуйтесь у лютому. Це дуже сприятливий місяць, який чомусь закохані пари недооцінюють. А якщо ви хочете зі своєю другою половинкою прожити все життя немов в медовий місяць, тоді розписуйтесь в червні. Згідно прикметам, точно не пошкодуєте. Останні два місяці літа також передбачають гарний шлюб. Традиційний весільний місяць, який обіцяє по-справжньому міцний і непорушний шлюбний союз – це вересень. Вважається, що подружжя, які одружилися у вересні, чекає легке, спокійне сімейне життя. А ось подружжя, розписавшись у листопаді, чекає дуже багате життя. Причому це виражається буде не тільки в матеріальних благах. Одним словом, доля буде вельми щедрою до людей, які уклали в цей час шлюб. Ой, ну, не знаю, я одружився в березні, і ось цього березня буде вже 17 років, як ми з дружиною одружені. Знаєте, нічого, все нормально. Так, друзі, вже зараз ми поспілкуємося із організатором особливих свят в Україні і за кордоном Мариною Габаною. Вітаємо, доброго позитивного раночку. Доброго раночку. Розкажіть, які молодята обирають саме місяці для одруження? Ну, смотрите, как правило, у нас выбирают летние месяцы, да, более теплые месяцы, естественно. Вот. Но на самом деле свадьбы есть круглый год. Просто есть сезон, есть не сезон, так называемый. Да. Ну, естественно, сентябрь. Вот на самом деле те даты, которые вы назвали, ну, кроме февраля. То есть как-то февраль у нас менее популярен. Нет, да? А хотя 14 лютого. Ну, это вот кто хочет прям приурочить, собственно, так. Да, соединить даты, или же если дата какая-то очень красивая, как вот были там в феврале, там, 21-е, там, 02-е, 21-е, да, ну, то есть вот такие какие-то красивые даты, которые важны, то, конечно, на них обращали внимание. А ось цікаво, чи приходять до тебе пари і кажуть, що ми дивилися по лунному календарі, що тільки ця дата, тільки цей місяць, там, напророчили нам багато життя. Буває? Да. Такое есть, сейчас это становится все более популярно. Да, когда пара приходит, и помимо того, что они выбирают дату, они еще и выбирают определенное время, они советуются с астрологом, поэтому как раз вопрос, когда у ребят стоит, что им нужно расписаться прямо по-настоящему в этих документах, в это время, в эту минуту, потому что у них, собственно, так по астрологическому прогнозу нужно это сделать. Я можу підтвердити, в мене також декілька таких пар були, так, для яких було дуже важливо у певний час це зробити. Скажи, будь ласка, Марина, зараз з'явилася така тенденція до експрес-весіль. Чи ти вже зіткнулася з такими? І що ти можеш нам про це розповісти та прокоментувати? Я не знаю просто, що в вашому контексті експрес-весілля, да? Тому що мені кажется, що з початком карантину, в принципі, експрес-івенти – це, по-моєму, самое популярное, все ивенщики, абсолютно все, говорят о том, что тенденция приходить за несколько дней, за неделю, за один день, и уже вот, собственно, делать что-то срочно, быстро, потому что никто не знает, будет завтра карантин или не будет. Закроют, не закроют. Поэтому все ребята в основном тянут до последнего момента и, естественно, уже в последний момент быстренько решают что-то делать. Так, а как подготовиться? Мы знаем, что до весілля готовится півроку, а дехто и рік. А тут, если за два тижня приходять до тебе і кажуть, все, хочемо, що робити, як це швидко організувати. Я доповню, а дехто все життя готується. І такі бувають. Ну, в такому випадку експрес-весілля превращається в експрес-підготовку. По-другому ніяк. Соответственно, всі ресурси максимально включаються, і команда не спить, не їсть, і робить максимально все для того, щоб свадьба вийшла ровно такою же, не хуже,
чем если бы ребята ее готовили намного заранее. А если они без организатора сами, это реально за два тижні подготовить свое весілля? Ну, если они все свои планы отложат на... вот отодвинут, и у них ничего кроме этого не будет происходить, я думаю, что все получится. Знаете, я впевнена в одному точно, что наречена начинает худнуть за два тижні, это 100%. Это практика, если даже наречена за рік готується, за півроку и за два тижні точно, так? Ну, да, потому что, во-первых, есть действительно психологически доказанный синдром невесты. Mm-hmm. Я думаю, что ты его пережила, я его пережила. Так. Да, казалось бы, я думала, что ну вот меня точно он не коснется. Я тоже так думала. Да, я вот за неделю... А что за синдром? Это, ну, простите, но давайте я буду о себе говорить. Я превратилась в истеричку. Я не могу это назвать по-другому. Это какая-то абсолютная паника, что ты ничего не успеваешь, все валится. Ну, действительно, какое-то такое очень паническое состояние, mm-hmm. и люди, которые в этот момент окружают невесту, они действительно должны быть такими, которые могут ее успокоить, могут как бы, ну, все разложить по полочкам для того, чтобы она немножко успокоилась. У меня за всю историю всего было несколько невест, которые говорили, да все нормально, все хорошо, ничего такого не происходит. Марина, скажите, может, есть какие-то порады, ось саме у нас дивляться на речения, які планують свадьбу, и уже просто в такой истерике, как заспокоить себе и как принимать ось такие последовательные решения, подготовки до свадьбы? Так. Мы говорим о том формате, когда есть организатор или когда нет организатора. И давайте два варианта. Ну, и такие, когда есть организатор, блиц. Конечно, организатор, да, внушает уверенности больше, потому что это профессионал, и невеста понимает, что у него все под контролем. Если же невеста абсолютно всем занимается сама, ну, максимально, наверное, все-таки собраться и все-таки успокоительное, правда? Потому что бывает, что мы прямо, когда приходит невеста перед свадьбой, и мы правда рекомендуем выпить успокоительное. Ніхто не відміняв. Да, да, да. Давай, Маріночка, з тобою заспокоїмо дівчат, що це дійсно такий синдром існує. З вами да. Все добре, просто так буває, відбувається. Ось і я, і Марина це пережили, але ж ми знаємо про весілля все і теж були, знаєте, з вами на одному місці. Тому краще заспокоїтись і зрозуміти, що з тобою все нормально. І я хочу сказати, що, до речі, навіть ті наречення, які з організаторами, їм також здається, що організатор нічого не робить. Да, це да, теж да, нормально. Да. Да, это есть такое, поэтому помимо того, что если, ну, скажем так, невеста, которая экспресс-свадьбу планирует, она, собственно, в этот синдром невесты попадает уже сразу с самого начала, и у нее нет возможности к нему подготовиться, она моментально сразу оказывается уже в нем, поэтому, в принципе, она, скорее всего, не поймет, как оно бывает по-другому. Тому краще, чтобы зберегти себе величезную порцию нервов, звертайтесь до профессионалов. Вони, как найменш, допоможут вам быть спокойными у цей період. Так, спокійними і певно, що підскажуть вам якісь тренди, які ось на цей період наречених усіх. Ви вивчаєте тренди, які цього року. І дуже цікаво саме 21-го року, які тренди ось весілля. Ну, смотрите, тренды, штука такая, конечно, как и в моде в одежде, как и в моде, там, например, в дизайне, в ремонте, в общем-то. Это в первую очередь о том, что нравится и о том, импонирует паре, жениху и невесте, что у них отзывается внутри, в первую очередь. Да, естественно, если зайти, прочитать тренды, да, там есть определенный цвет, который Pantone задает каждый сезон. Я бы не очень советовала его преследовать. Правда, мы обычно невест от этого отговариваем, потому что это такая достаточно история недолгая, да, она длится там где-то один год. То есть, если вам этот цвет близок и вам он нравится, вообще супер, да, вы прям попали в точку. Но если он у вас не близок, как бывает у невест, они пытаются просто преследовать какую-то моду определенную и хотят, чтобы вот в этом году у них прям было по всем канонам моды. То, но он не про пару, то лучше этого не делать. Ну, то есть это прям самое такое главное. И те моменты, которые перейдут с прошлого года и останутся, это сухоцветы, это такое, как бы, да, стилистика боха, натуральность, много зелени, легкость, воздушность, немножко такая...
Если мы говорим, например, конкретно там про флористику, про цветы, то какая-то немножко такая небрежность, раскидистость, опять же, создающая воздушность собой. Тобто головна порада – обирайте те, що приносить вам задоволення. А ми дуже дякуємо Маріні Габані, що на сьогодні завітала до нашої студії. Ми ось такому в експрес-ритмі поговорили про експрес-весілля.